Всем доброе время суток, ребята. Хочу показать, чем я буду сегодня заниматься. Заниматься я буду коридором. Буду его белить. Я тут немножечко его затерла, да, пятна, вот эти все царапки. Ну, тут царапки, конечно, конкретные. Посмотрите, какие. Видите? И, короче, надо сейчас это все побелить, убрать. Не знаю, что у меня получится. Я, короче, тут разложила. Посмотрите, кисти. Валики. Ну, вот такой валик. Достала вот эту штучку, надо ее протереть. И приступим, да. В общем, постелила вот так клееночку, чтобы это на пол сильно так не капало. Ну, вот сейчас подсохнут немножко эти пятна. И будем красить, да. И я хочу, значит, тут все вверху покрасить. Вот это, показать вот эти краски. Мне как-то многие спрашивали, что за краска такая с эффектом. Вот такой эффект. Видите? Вот она. В специальном магазине покупали, специализированном. Вот тоже, видите. Это у меня что осталось с прошлого раза. Вот такая вот. Это перли какая-то идет, а это вот. Сейчас я ее хорошо разбулькаю так. Потом открою. Ее всегда надо хорошо перемешивать. Сейчас еще не откроешь, потому что она стояла долго, но нет, открылась. Может, пленка какая-то сверху. Нет, отличная краска. Посмотрите. Ой, как там вам показать. Видите, какая она. Только я еще не решила, какой цвет буду. Это немножечко зеленовато-голубоватый такой. А то более перли. Сейчас посмотрим, что лучше, да. Вот это вот тоже надо. Ну, мне хватит на коридор, например. И там где-то что-то еще подкрасить. В зале у меня вот такой вот стенки, вот этой вот сверху краска, а сверху вот этой покрыта. Да, нормально открывается. Краска не дешевая, да, это с золотом такая идет. Я думаю, наверное, с золотом сюда надо больше. В общем, не знаю, что подумаю. Видите, какая. Ну, хватит. Потому что я этой краской много что покрывала, но у меня уже банка, это вторая банка, по-моему, или третья. Ну, в зале такое, смотрите, у меня руки сразу же. В общем, как-то так, да? Прежде чем делать, да, валик надо хорошо водичкой смочить и выжать хорошо, чтобы он влажный был. Такой валик беру. Ну, посмотрю, может быть, кисточка у меня еще такая из прошлого раза. Ну, она такая вся, но она хорошая, кстати. Посмотрим, чем будем делать. Вот я ее смочила, теперь хорошо вот так вот салфеткой отжимаю, чтобы вода не капала, чтобы она была просто влажная. Тогда она будет краску хорошо брать. Ну, все. Я сама здесь все, извиняюсь, красила, потому что нам тут, мы нанимали тут этих работников, этих горе-работников. Они тут нам столько понапортили, дважды меняли. И все равно потом сами все доделывали, представляете? Вот налила я сюда, да, видите, какая она. Сейчас я буду красить. В общем, нашла себе сегодня работу, да. Я думаю, сегодня за день все сделаю. Но это надо, ребят, надо. Потому что, ну, сколько можно, да? С таким коридором грязным жить, поцарапанным, пошарпанным. Ну, в общем, как-то так. Ну, вот она. Красуля такая. Это вот это вот. Сейчас мы вот так вот. Валик хорошо. Видите, уже блестки какие. Это какой-то цвет такой, знаете, и голубым отдают, и зеленым отдают. Красивый. Так хорошо смочить первый раз надо, да, чтобы она, вот видите, как красиво. Потом транспарент, когда высыхает, делается такой транспарент. А сейчас пока она такого молочного цвета, вот. Сейчас, если что, может быть, даже на второй раз придется покрасить. Но пока я на один раз. Тут как раз на коридор хватит, а мне больше не надо. Краска дорогая, чтобы не пропала, надо использовать. Я смотрю, погодка сегодня хорошая, солнечная такая, приятная, просто отличная. Солнышко, так тепло. Сейчас пойдем гулять. Но новостей никаких нет, чтобы мне что-то вам рассказать. Занимаюсь своим любимым хобби. Вот, посылочки пришли, вам снимала, буду скоро делать, всякое такое показывать вам. Красоту. Кто желает, пожалуйста, покупайте.
Даже девочки из России, кто-то хотел у меня купить украшения, без проблем. У меня есть российская карта, вы можете туда денежки перевести мне, а я из Германии вам посылочку вышлю. Посылочки у нас на почте принимаются, проблем нет. Это раньше немножечко было проблемно. А сейчас у меня, вот я была, я сделала себе в банке, да, как открыла счет, и у меня есть карта российская, вы можете туда перевести денежки, и я вам вышлю посылочку, если вам, ну, украшение, да, если вам что-то понравится, без проблем, девочки. Кто-то вот все хотел, я отказывала многим, да. А сейчас вот это возможно. Раньше нельзя было это делать. Вчера устала, коридор весь побелила, все сделала. Видите, он таким отсвечивает синевато-зеленым цветом. И вот краски стоят еще. Мне там в углу надо еще будет покрасить, где вот холодильник, там, где фрукты, где барнюшины, там эти лежанка. Там тоже все такое. И где лестница тоже, вот здесь, где поднимаешься, там тоже, в общем, заляпано конкретно. В общем, пьем кофеечек, идем гулять. Барнюшка все равно еще спит. Я вчера где-то, ну, часов 5, наверное, все это красила. Ну, полностью коридор, ну, нормальненько. Понравилось, да? Вчера Паша рано пришел. До обеда работал. Говорит, плохо мне опять, что-то приболел. Но я говорю, ну, вот так вот. Вирус такой ходит. Сейчас многие болеют. Я сама тут болела недавно. И он болел. И сейчас повторно опять. Но сегодня пошел на работу с утра. Говорит, пойду все равно. Вот так вот у нас, видите, красота такая вот. Все стараюсь, все делаю дома. Хочется к Новому году порядок навести в квартире, чтобы было чистенько, хорошо. Вот такие вот дела, да. Ладно, ребяточки, пока, да, потом покажу вам дальше, что я там наделала. А пока пьем с вами кофе. Всем доброе утро, с кофеечком вас. Давно мы с вами не пили, давайте попьем. Я вчера уработалась, ребятки, вся. Тут он краска стоит, коридор, конечно, покрасила, видите, поблескивает. Видно там, да, немножко. Ну, потом покажу. Эту стенку я не красила, только коридор. Ну, в общем, получилось хорошо, видите, такой блеск, как здесь, да. Ну, мне нравится, красиво. Там немножечко такими, как и я тоже рисую, ну, такими рисуночками сделала, такими загибулечками. Ну, в общем, ладно. Ребят, всем доброе утро. Кофеечек пью, вас тоже с кофеечком. Давайте вместе попьем, да. Барнюшка замерз, он лежит. Весь под одеялочком согнулся, чего-то бедненький. Что такое, ребенок? А, сейчас покажу вам. Если увидите, да, смотрите. А, это там... А, не видно так. Вон он, смотрите, лежит. Замерз. Ну, у нас 22 градуса, не знаю. Привык к жаре ребенок, да? Теперь мерзнет. Спит он с нами там наверху по-прежнему. А здесь у нас лежаночка стоит для Нюшеньки нашей, мы ее ждем. Одеялка, все. Вот такую купили ей. Тут для нее такое ограждение из пластмассы взяли, чтобы она там первое время находилась. Ну, сами понимаете, щенок маленький, да. Вот. А мы сейчас кофеечек попьем, да гулять пойдем. Да, Барни? Попьем кофеек, да гулять пойдем. Еще не кормились, скажи, после гуляния, все. Пока спим, вот. Отлеживаемся. Коридорчик мой поблескивает. Мне так нравится. Сейчас покажу вам. Видите, вверху вот так. Не знаю, видно вам, не видно будет. Видите, вверху вот такие вот разводы, да? Ну, они разные. Вам, наверное, не видно будет. Ну, красиво смотрится. Видите, как? Он весь так, коридор. Вот. Ну, мне нравится. Хорошо. Так, сейчас свет выключу. Без света еще даже красивее смотрится. Видите, такие вот. Как-то даже красивее.
Они разные, фиолетовые, зеленоватые, оранжеватые, отдает таким цветом, да. Ну, интересно смотрится. Вот дверь еще хочу покрасить, вот эти входные. Не знаю, как получится, не получится. Ну, я результатом довольна, хорошо. Вчера, короче, это... Тут лазила-лазила, краска у меня еще, да, осталась. Но она разная. Я вот этой красила, вот этой вот. Хорошая такая. Ну, тут у меня тоже, видите, как здесь. Это же краска. Тут тоже она отдает таким оранжеватым. Ну, и там тоже. Там просто я посильнее сделала. Мне надо было закрасить эти полоски, где Барнюшка там поцарапал. Кошки поцарапали. И вот оно красиво. Смотрите, блики такие разными. Вот. Я довольна своей работой, мне нравится, как я сделала, и тут тоже так же. Оно вроде смотришь нету, да, а потом так раз разворачиваешь, и такие блики красивые. Ну, вот видите, на этом. Мы спим, да? А мы спим. Ой, ты мой маленький замерз весь, что-то укутался. Такой что-то это весь недовольный, а что такое? А, у нас так 20 сколько? 22,2. 22,2, ведь это ж не холодно. Ты чё? А, ты чё, ребенок? Согнулся, что-то весь. На улице солнечно, так хорошо. Я шторы сняла, чтобы постирать. Еще не вешала. Ну, вот к Новому году повешу. Сейчас пока я не хочу, мне нравится так вот. Здесь у нас вот так, такой вот беспорядочек. Тут на диване ж мы постоянно все. Барнюх, гулять пойдем? И чё смотришь? Чё смотришь? Пойдем, давай, вставай. Ах, не выспался еще. Вот видите? Вот как похолодало, он уже не хочет никуда. Хотя на улице погодка прекрасная. Прекрасная. Ну, какая? Золотая осень, бабье лето. Классно, давай, вставай. Давай. Не хочешь? Барнюшка, гулять надо? Так, сегодня надо разобрать вот эту вот стойку. Такого цвета заказали. Видите, салатовый цвет. Кстати, хорошие размеры. Тут на 5 этих делений. Вот. Ой, на 5. Чего я вру-то? На... Не на 5, на 8. А нам точно же переслали. На 8, по-моему. Чего я говорю-то на 5? Это на 5 сначала мы захотели заказать, а мы на 8 заказали. Вот видите, она какая. Подождите, видите, вот такая вот. Так вот она собирается. Это верх. Это верх. Ну, вот такая вот будет для собачки. Такой цвет салатовый. Хороший цвет, приятный. Кажется, на камеру серый, на самом деле такой светло-салатовый. И вот тут еще две детальки. Там можно заказывать хоть на 4, хоть на 6. Вот этих вот 6 деталей пришло. Здесь написано, да, вот 6. А здесь еще дополнительно 2. Ну, это как бы дополнительно другая уже цена идет. Видите, они дополнительно 2 идут. Ну, это лучше, когда она побольше. Пускай ей там, чтобы она бегала, да, потому что первое время... Лучше, чтобы собачка там была. Да, Барнюшка? Скажи, не надо мне тут, скажи, никого, да? Нахлебников, да? Чтоб мешались, бегали. Ну, поставим, не знаю, куда. Наверное, где стол, в тот угол. Потому что сюда некуда. Здесь Барнюша у нас. Да, парни? Ну, а я продолжаю свой кофеечек. Видно, да, коридор, как там эти поблескивает. Красиво. Ну, кому-то не понравится. У нас однотонно было, но все заляпано. Все. Вот я через год где-нибудь, дай бог, чтобы все нормально было, я потом фарбы другой, ну, цвет куплю другой и покрашу коридор другой краской, а может даже обои сделаю. Ну, из-за животных обои никак не могу, потому что, знаете сами, когда обои и животные, это немножко проблематично, они дерут. Барнюх, гулять пойдем?
И чё смотришь? Чё смотришь? Пойдем, давай, вставай. Ах, не выспался еще. Вот видите? Вот как похолодало, он уже не хочет никуда. Хотя на улице погодка прекрасная. Прекрасная. Ну какая? Золотая осень, бабье лето. Классно, давай, вставай. Давай. Не хочешь? Парнюшка, гулять надо. Так, сегодня надо разобрать вот эту вот стойку. Такого цвета заказали. Видите, салатовый цвет. Вот мы гуляем с парнюшкой. Такая вот у нас осень. Листопад. Мы еще не убирали листья. Обычно машина ездит, убирает. Дождей нету. Вот такая вот погодка стоит. Сегодня 20 с лишним градусов. Тепло-тепло. Очень хорошо. Да, Барни? Гуляем немножечко, прогуляемся. Так. Вот он, акробат. Циркач. Лапы кверху задние задирает. И все. Да, осень уже. Ну, жизнь продолжается. Гуляем вот так, цветочки цветут. Красота, конечно, тепло. Вот так вот прогуливаемся по поляночке. Да, Барнюшка? Пойдем. Там цветочки еще цветут. У нас еще все цветет, тепло. Тут вроде подмели частенько. Там в некоторых местах прям столько листвы. Но у нас тут пару дней назад такой ветер был. Поэтому дождей пока нету. Тепло, но травка сохнет уже. Ну, пойдем. Как где-нибудь застрянет, так все. Пойдем, ребенок. Я говорю, скоро еще одна будет. Королева. Принцесса приедет. Но мы ее поем забирать. В субботу после обеда поем забирать. Надо для нее питание купить. Чем? Смотрите, какие красивые фиолетовые. Обожаю этот цвет. Все цветет еще. Красотень, конечно. Так, женщина идет. Иди ко мне сюда. Тоже боятся прям. Идут. Такая пробежала. Такие злые есть. Пробежала, как Мегера. Да, Барнюшка, нам скажи, полить все надо. Все полить надо. Тепло прямо. Смотрите, вот где собачка была, я в прошлый раз вам снимала, показывала. Дом все снесли, и вот он теперь там все так бросили. Все стоит это, вот уже травкой зарастает. А куда там люди переехали, не знаю. И собачка, не знаю где. Жалко, конечно, Барнюшка с ней так общался. Вот снесли дом, ну будет. Он старенький такой был. Будут, видать, новый строить. Ну что, домой идем, да, нагулялись. Ой, собачки гавкают, да, Барнюшка? Ой, ой, там муха или пчела. Ой, что там такое? Собаки, да? Ой, 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 пчелка, да? Все, пойдем. Пойдем, солнышко мое. Уже мы долго с тобой гуляем, да? Пойдем, пойдем. Вот так вот отсыпаемся. Вот так вот. Спим, пока Нюшки нету. Отсыпаемся. Скоро приедет, все. Хана будет Барнюшке.
Хана будет барнюшки. Все.